Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня у нас 7 ноября. Вот такая вот оттепель. Где-то, наверное, 7 градусов. И сегодня мы открыли клубнику. Укрывали ее укрывным. У нас такая погода, то снег выпадет очень такой большой, то он вдруг начинает таять, теплеет, то холодает. В общем, нестабильная погода. А сегодня вот так вот потеплело. Немножко она просохнет. А вроде бы с той недели уже ляжет на снег, который уже не растает. Вот была она накрыта укрывным. Потом я вставлю сюда видео, какой у нас снег выпадал. Боялись, что ее как-то придавит там или что-то, но ничего страшного. Вся она вот, в принципе, кустики нормальные. Главное, что они прикрыты от вот этого снега, чтобы он прям на листьях не лежал. А затем удобно можно будет снять вот этот укрывной, и все кустики, в принципе, они будут целые. И вот здесь тоже прикрыли рассаду вот эту. Молодые кустики клубники. Здесь простым таким черным укрывным прикроем. И такие палочки прибили, чтобы сильно ее прям не придавило снегом. Здесь тоже такой, как короб. И здесь еще один. Тоже вот так вот. Такая конструкция. И сверху сейчас все накроем укрывным. В принципе, здесь не так уж и сыро. То есть снег был очень такой толстый, выпадал. Но вот как-то он по укрывному так хорошо тает, и сюда как бы особо влага так сильно не попадает. То есть, в принципе, все достаточно здесь комфортно и не очень сыро. Ну, здесь тоже вот так вот. И у земляники, в принципе, тоже вот ботва вся целая. Где-то немножко, конечно, есть попорченная, но, в принципе, вот так вот должна она в зиму уйти. Такой вот крепенькая. Ну, будем надеяться, что все у нас перезимует. И сейчас все вот прикроем укрывным снова. Вот такой вот у нас идет снег. Уже столько нападало снега. Целой кучи. Сейчас я включу подсветку. Вот такой вот снежок. Такое вот снежище. Целые сугробы. Такие вот снежинки. Наверное, сантиметров уже 10 нападало. Потихоньку заметает. Такая вот красотень. Зима уже прям натуральная. Такая вот красота. Фонарь светит. Вот такой вот снежок лежит уже. Клубнику накрыли укрывным. И вот тут же практически выпал снег, и все позаметало. Здесь тоже понакрывали. Такая вот. В общем, все укрывным. Где мешками, где укрывным, все прикрыли. Такой вот красивый снег. Где вот у нас? Ну вот, все накрыли укрывным. Здесь белым вот этим вот в один слой прижали кирпичами, чтобы не улетело, где досками. Так вот все прижали.
И вот здесь тоже все прикрыли, чем было, и мешками, и черным укрывным. В общем, все накрыли. Приготовились к зиме. Львиному зеву все нипочем. Даже вот такие морозы, сильный снег. А листочки, в принципе, еще зелененькие. Может быть, он даже и перезимует. И вот здесь вот тоже обычными мешками все прикрыли. Здесь уже старенькая грядка. Ее надо будет на следующий год всю пересаживать. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.